Милана, с днем рождения! С любовью, Маша. А ты что, она не имела, по-моему? Мария, мой гад, спасибо, что ты меня с днем рождения поздравила. Я хотела! Тебя. Смотри, какие тебе шарики. Ты моя сладкая. Ну, ищи подарки. Что я хотела, да? Да, что это? Вот так вот. Что это? Это кенгуруми. Кенгуруми. Это единорожка, смотри. Крылапа? Да. Я хотела. С крылышками. Я хотела. Ты хотела? Да? Рада? Да. А поцеловать? Ленточки вот эти вот. Доча, покажи, как ты упаковала. Смотри, это Сонечка тебе стразики даже клеила. Ну как? Я хотела! Ты посмотри, на какая большая коробка. Что это такое, ты знаешь? Да. Что это? Здесь надо сделать слайм, куколка есть. Да? Ну и ты рада? Надо слайм. Миля, там 20 сюрпризов. Ты рада, зайка? Да. Вот, это твои первые подарки, а все остальные подарки от своих гостей ты получишь сегодня на празднике. Милана, с днем рождения! Желаю тебе много подарков, отличного здоровья и много-много подписчиков на YouTube. Я знаю, что вы с Соней снимаете суперкрутые видео и в лайк, и в ТикТок. А еще хочу вам пожелать, чтобы вы стали супер первоклассными моделями. С любовью, Маша. О май гад, вас Мария поздравила. Мария май гад, тебя поздравила. Самый популярный блогер, Миля, ты рада? А ты что, она не имела, по-моему? Ребята, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые и крутые видосики. И много лайков, потому что Миля день рождения, да? Ну все, ребята, мы пошли собираться в детский садик, в школу. Увидимся на празднике. На каком празднике? Сегодня на день рождения! Happy birthday! Машенька, тебе сколько сегодня лет? Сколько? Мне тоже. Ты не умеешь говорить? Да 4. У меня вы сегодня день рождения. Это самое лучшее день рождения, которое я хотела. Миля, я тебе желаю, чтобы у тебя всегда, всегда было хорошее настроение. Супер! Ура! Милечка, я тебе желаю, чтобы ты оставалась такой же энергичной, улыбчивой и все такое. Yeah.
что тут у нас? Доча, ты такое хотела? Смотри, 4 годика. Милане, лайк, телефон, YouTube. Вот, ты смотри, всем деткам леденцы, всем лайки, лайки, лайки. Лайк. Смотри, сколько кнопок. А это мимилашка. А тут вот и написано мимилашка кис. Happy birthday! Ну все, ребята, мы вернулись с мимильного праздника. Мы просто очень устали, у нас глаза в кучу. Ну, давайте уже, пожалуйста, начнем. Кстати, утром вы видели, как мы нашли некоторые подарки, они тут лежат. Питомец, смотрите, вот питомец. Модная, с кудряшками. Вообще бомба. Вот, открыли. Вау, ничего себе. Давай, Миля, давай теперь открывай кукарку. О, это вот такой типа вязаный. Это бабушка. Это свитерок. Это бабушка шила. Бабушка шила, да, такой? Это типа вязаный свитер такой. Mm-hmm. А там лежит тоже такая вот курточка, только уже с черным мехом, смотрите. Вообще у вас какая-то и модная будет. Какой я же говорю, она похожа на Бейонсе, у нее должна быть целая гардеробная. А какой? 20-е, 2-0. Вообще. Просто, понимаете? О, смотрите, какие... Красивые миленькие слипики. Ой, бабушка. Это мех. Вообще. Ты тоже себе такие хочешь, доча? Да, не думаю. Она будет вот с этим купальником. Они, кстати, по твой наряд лоу вот подходят. Мне нравится. Я тоже себе такие хочу. Вау! Что там, Миля? Вот. Кукла такая. Это вот такая кукла-сумочка. Ну ничего себе, сумка это для Мили, по-моему, такая. Вот. Смотрите, это набор плейдо, вот такая вот печка. Это кухня, пиццерия это где какая-то. Где можно сделать пиццу, вот это, я думаю, картошка фри, да, какая-то. Огонь вообще. Вот такое вот крутое тесто. Классненько, ага. И еще расчесочка. Это расчесочка, в которой будет пусть. На лоу, кстати, похоже тоже. Да, но мы это на день рождения распаковали, поэтому вот такая крутая расческа. Вот, а еще они нам подарили... Космический песок. Давайте здесь посмотрим, какого цвета. Ух ты, девчачи. Еще вот эта юбка, которая а, тоже у Мили сейчас есть модная юбка. Лол. Кристаллы какие-то. Какие кристаллы? Вот такая вот, ой, собачка Мили. Ой, какая милота. Вот такая милая Мили собачка. От Мини. И там это кольцо. Наши видосики были намного круче, просто телефоны мы будем вот так делать. Зря, что ты была такая не грустная, веселая, и слушалась родителей и не плакала. Класс, ты так быстро научилась читать, и тебе всего 4 года исполнилось. Фламинго! Сейчас мы будем делать... А слайм для одежды нашей. Вот стаканчик, в котором мы будем все вымешивать. Вот стаканчик. Сама наша куколка, которая заждалась Милечку. Давай, бери куклу. С ней играй. Ребята, вы смотрели Софи Микс Шоу. Вы видели то, что мы распаковали некоторые подарки. Полную распаковку Advent Calendaria LOL и куклы Пупси вы сможете увидеть в следующем видео.